Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Королевство Коротышек. Так, я открыл, значит, сокровище. Открыл два сундука. У меня получилось. Так, и что ж, мы видим. Так, смотри, 4 уровня, да, меч. И у нас очень много шлемов. Так, берем 4 уровень, 6, 5 уровень. Также 5 уровень, получаем 2 6 уровня. И получаем 8 уровень шлема. Вот это да, вот это шлем. Смотри, какой он интересный. Ой, здорово. Вот это у нас рыцарь будет вообще мощный. Так, дальше. Лучница. Так, 6 уровень. 7 уровень. Так, к сожалению, пока мы не можем сделать большего. Так, по шляпам. По шляпам получается. А, 7 уровень, 5, 3, 4, 1, 7, 8, нету пока ничего. Так, смотри, у нас есть, наконец-то, мы дадим ему новую шляпу. Ух, нифига какой скелет, прям смотри, 8 уровня шлем, офигеть, какой у нас страшный получается волшебник красивый, да? Так, посох, может получится у нас какой-нибудь посох открыть, смотрите, 7 уровня. Да, мы открыли новый посох. Посох 9 уровня. Офигеть, вот это вообще он страшный стал. Такой мощный. Ну что ж, нам враги не страшны. Так, ну что ж, отправляемся в бой. Так, что у нас, что мы видим? Так, ну что ж, какие у нас страшные... Так, вызываем вот этого, значит, нашего рыцаря, призрака. Да, сложно, сложно. У нас уже половина жизни у рыцаря. Так, здесь... Так, значит, мы сейчас стреляем, стреляем быстрее. И, конечно же, сейчас вот этого надо победить, как бы. Так, давай, 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 давай. Призрака. Призрак у нас, молодец. Так, сейчас, что у нас... Так, стреляем, стреляем. Есть, победили. Хорошо. Так. Ух, нифига там. Ох, ну мы быстро их, смотри, победили, потому что у нас уровень большой был. Так. Здесь, значит, давай, значит, быстрее, 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 быстрее. Так, давай. Стреляй. А, нифига, нашу лучницу убили. Ай. Я это не усмотрел. Ну давай, посмотрим, как у нас волшебник. О, справился, молодец. Может он справится и со следующим воином. Хотя навряд ли, смотри. Да, навряд ли. Да, нас уничтожил. Уничтожил. Заходим в арсенал, посмотрим, что у нас в арсенале находится. Так, в арсенале у нас интересного у нас есть. Так, посохи. Так, ну, в принципе, тут ничего интересного нет. Ладно, идем дальше. В бой. Сейчас посмотрим. Ага. Так. Нам бы рыцарю по какой-нибудь другой меч поинтереснее. Так. Ждем, ждем, ждем. Вызываем сейчас нашего призрака. Так. И берем меч. Все, мы их уничтожили. Молодцы. Так, дальше. Так, ну подождем сейчас. А, у нас этот появился. Ладно, стреляем. Ничего не получится у нас их победить. А, очень сложно. Так, давай, волшебница. Не волшебница, а лучница. Давай, уничтожь. Так, попробуем, попробуем, попробуем победить их. Победить этого лучника. Так, подожди, не стреляем, не стреляем. Так, вызываем огонь. Стреляем. И давай, 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 стреляй. Лучница, давай, давай. И давай еще запусти ракетку. Все, хорошо. Так. Я не думаю, что мы здесь... Да нет, не получится у нас победить его. Хотя, нет, видишь, слишком далеко уходит он. Он слишком далеко уходит. Все, мы не получим. Что там за приз был, я уже забыл. Меч какой-то, что ли? А ну-ка, добежишь ты до меча? А, до посоха. А, мы до посоха не можем добежать. Блин, как жалко. Ладно. Ух, в арсенал заходим, посмотрим, что-то тут у нас в арсенале есть. Так, а что у нас в арсенале? А, вот лучница. Так, может быть, мы получится сделать
И лук. Нет, не получается, к сожалению, лук и сделать. И по шляпе ничего интересного нету. Ладно. Так. Ну ладно, попробуем еще раз. Может быть, нам сундук выпадет еще один. Так. Да, вообще сложный уровень. Смотрите, ребята. Вообще не знаю, что же и делать. Так, ладно, вызываем давай этого призрака. Так, давай меч. О, шляпу подняли. Это у нас для рыцаря шляпа. Так, а здесь что? Так, давайте ждем сейчас. Опять этот стреляющий. Сейчас мы вас расстреляем. Вот этот стреляющий вообще такой опасный. Вообще, смотри, что-то беда какая-то. Вообще что-то проблема какая-то у нас, смотри. О, мы что-то вообще мало прошли. А почему? 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 Да, мало мы прошли. Ой, так, арсенал. Посмотрим, что там. Может, что-нибудь новое скрафтить можно. Так. О, шлем 7-го уровня. Да, немножко не хватило нам. Ладно. Так. Мечи тоже мы не можем. Ну что ж, давай еще раз попробуем. Ну, в принципе, мне нравится, что каждый уровень у нас все сильнее и сильнее становятся наши ребята. Так. Смотрим. Так, давайте сделаем такую тактику. Мы ждем. Ждем, 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 когда у нас второй уровень нашего оружия появится. Так, вызываем волшебника. У этого призрака. Идем дальше. Сейчас мы берем, бьем мечом. Конечно, это очень малоэффективно. Так, у нас получается уже на втором уровне убивают нашего рыцаря. Это очень быстро. Так, давай стреляем. Да, к сожалению, к сожалению, к сожалению. Так. Так, сейчас мы сделаем огонь. Так. Все, мы их победили, молодцы. Дальше. Дальше мы еще выстреливаем. Есть одного. Так, подожди, давай, давай, стреляй, стреляй в него. Есть. Но сейчас мы еще... Нет, мы сейчас запустим. Сейчас мы запустим. Вот так сейчас сделаем. Вот так. Есть, и мы победили его. Интересно, почему мы его так быстро победили? Ох, я даже не сориентировался. Так, арсенал открываем. Так, что здесь у нас? О, меч. Меч, меч, меч. 5-го уровня. Ну, что-то у нас очень слабо. 8-го уровня всего лишь. А, ну, в принципе, у всех 8-го, только у нас у волшебника 9-й уровень. Ладно, проходим дальше. Идем в бой. Так, что у нас здесь? Новый уровень. Не знаю, пройдем мы или нет. Так. Ух, нифига себе, что это за обезьяна такая мощная? Это, знаете, что это этот самый, как его? Как же называются они? Вот эти обезьяны на человека похожие. Блин, какой он мощный, смотри, какой он мощный, а? Это вообще, я не знаю. Ну, сейчас попробуем, посмотрим, что у нас здесь. А, ну, эти два громилы. Тоже, они тоже очень сильные были. Так. А, ну, эти, в принципе, мы сейчас попробуем вот так вот сделаем. Так, ну, это, в принципе, несложно. Я не хочу тратить вот эту мощность, вот эту всю. Сейчас я на вот этих мощность свою потрачу. О, опять этот Годзилла идет. Стреляй, стреляй, девочка. Давай, 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 давай. Давай, еще стреляй. Да что такое? Смотри, они какие мощные. Я их не могу. Вот эта вот обезьяна, вообще горилла мощная. Я не знаю, как его победить. Офигеть просто. Нет, смотри, давай, стреляй, 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 стреляй. Все, погибла наша лучница. Так, у нас остался наш волшебник. Дядечка, давай. Так, ну все хорошо. Так, дальше мы сейчас запустим вот эту штуку. Нет, его не берет, представляешь? О, давай, и лук возьми. Молодец, молодец. Ну все, ну, победили. Победили нашего героя, победили, я имею в виду.
Так, заходим в арсенал, посмотрим, что у нас в арсенале интересно есть. Попробуем что-нибудь скрафтить, если получится, конечно, не знаю. Так, меч 6 уровня. Так, тут все без изменений. У лучницы тоже все без изменений. И у нашего волшебника тоже все без изменений. Ну что ж, я думаю, в следующий раз мы победим. Я еще открою сундуки и попробуем еще раз пройти. Я думаю, должно получиться. Ну что ж, ссылка на плейлист с прохождением под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось прохождение. Пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.